Всем привет, дорогие друзья! С вами Ирина Быханова. Сегодня мы готовим очень вкусный обед. Рецепт интересный и несложный. Надеюсь, что вам понравится. Оставайтесь со мной, начнем кулинарить. Сегодня готовим по-настоящему летний вкусный супчик. Хотя такой суп можно готовить не только летом, если вы заранее заготовите щавель, зелень, необходимую для рецепта, и будете радовать своих близких таким вкусным супом круглый год. Ну а для приготовления мне сегодня потребуется картофель, куриное мясо, яйца, щавель, укроп, зеленый лук, соль и пережарка из моркови и лука. Все продукты на столе, подробные пропорции внизу в описании под видео. Этот набор ингредиентов требуется мне на 2,5 литра воды. Итак, готовим вкусный супчик со щавелем. Каждая хозяйка по-разному называет такой суп. Кто-то считает, что это борщ зеленый. Кто-то летний суп, кто-то суп со щавелем. В общем, названий у такого блюда много, как, собственно, и разновидности рецепта. Ну, а я вам сегодня покажу так, как готовлю суп со щавелем я. Вливаем воду в кастрюлю и отправляем сюда мясо. Варим мясо до готовности. У меня сегодня курица, точнее, куриные косточки с мясом. Обычные заготовки, которые у меня остались от заморозки. Если вам интересно, как я заготавливаю готовые блюда и наборы для блюд, то можете посмотреть на моем канале. Такие видео, ссылки я оставлю внизу в описании. Не забываем убрать пенку. Мяско у меня уже готово, я вытащила косточки с мясом. Сейчас отделю кости и кусочки мяса в отдельную чашу. Все готово, отделила мясо от косточек. Отправляю сейчас мясо обратно в бульон. Выкладываю мясо. Сюда же отправляю картофель. Я порезала картофель кубиком. Нарезаю сейчас зелень. Подготовила здесь уже щавель. Вот такой он красивенький, молоденький. И нарезаю. Щавель я порезала, выкладываю сейчас пока на тарелочку и займусь другой зеленью. Здесь я подготовила зеленый лук. У меня такой меленький лучок, и нарезаю его. Очень ароматная зелень, и мне остается еще нашинковать укроп. В отдельную чашу разбиваю яйца и вилочкой их взбалтываю. Картофель варится у меня уже 5 минут. И сейчас я отправляю сюда пережарку из моркови и лука. Прошло еще 5 минут, и теперь настало время добавлять сюда зелень. Отправляю сюда укроп. Сразу же выкладываю зеленый лук. Ну и, конечно же, отправляю сюда главный ингредиент этого блюда – щавель. По привычке всегда говорю щавель, хотя правильно, конечно, мы все знаем щавель. Пересыпаю. Все это перемешиваю и сейчас тонкой струйкой вливаю сюда яйца. Хотя, опять же, каждая хозяйка готовит по-своему. Кто-то уже в готовый суп, ну или борщ, как вы назовете, добавляет отваренные яйца. Я же сегодня делаю вот так. И параллельно перемешиваю. И в конце приготовления уже добавляем соль. Такая прелесть получается. Накрываю крышкой. 2 минутки. На медленном огне все это томлю. И подаем готовое блюдо. Все, можно пробовать. Вот такая прелесть получилась. Конечно же, добавляю сюда сметану. Очень вкусно. Невероятно ароматно. Обязательно попробуйте. Приготовьте суп со щавелем. Это очень вкусно. Аромат просто бомбический. Дорогие друзья, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Внизу в описании под видео есть 2 ссылки на интересные каналы. Канал о моей жизни, влог Ирины Быхановой, и канал с быстрыми рецептами «Готовим дома». Надеюсь, что вам понравится такой формат. Переходите по ссылочкам, подписывайтесь. Ну а с вами мы увидимся уже в следующем видео. Пока!